Пацаны, хватит уже сосать хуй за деньги, чтобы покупать себе классные новые игры, когда есть магазин Батюнички Опасно, в котором цены просто копеечные. Здесь куча игровых аккаунтов, куча просто классных игр, и новая функция — это прокачка GTA 5. Хватит уже быть нищебродом в онлайне, становись миллиардером. Ссылочка на магазин в описании. Всем здорово, писюны! С вами Батюнечка Опасный, значит, нихуя себе, там он Маша лазит розоволосая теперь. Значит, сегодня у меня видос такой, тупо посвященный Левчику. Сейчас мы выходим на улицу. Он уже тут стоит, сейчас я перефокусируюсь. Нет. Ты футболист, чи шо? Ты Лионель ебать Месси? Нет. Бля. Нет. То есть он, видите, не кусает, потому что я не разрешаю. Нет. Все, ебать. Бля, нихуя себе нападающий. Нет. Я просто боюсь, что он пробьет его. Да ну нельзя. Все, как профессионал. Вот так вот берем, идем. Значит, купил мяч, потом с ним погуляю. Купил канат в спортивном магазе, блядь. Сука, надеюсь, что он будет уже нормальный, а не как вот эта вот шляпа, что я вешаю. Сейчас мы хуярим сюда уже. Вот тут сейчас у него вот так вот, значит, висит. То есть тут колесо и старый канат. Гуляй. Чину его нахуй. Та, говорит, пошел ты в пизду. Значит, сейчас нужно вот это вот раскрутить, потому что вот это вот все держит его. Снять колесо и буду вешать канат. Скорее всего, буду вешать уже куда-нибудь там заверх, потому что 2 метра длины, чтобы он свисал. Сейчас повесим, ебать, и продолжим. Ебанёшься, блядь, на нахуй. Ты дерево не сломай, слышишь, дорогой? Повесил, блядь, он как ярит. Нормально или что? Слышишь, ты не раз... Дядя, я кому узел завязал, чтобы удобнее браться было? Ты мне что, решил канат перегрызть? Бля, ну, по-моему, нормально, да, болтается? Блядь, там солнце сейчас вот так вот. Гуляй! Давай разъебывай, родной. Сука, как-то низко, да? Повыше, наверное, надо, блядь. Оля, переходит к узлу уже поближе. Развязываешь, чи шо? Шо там? Нет. Зуб, что ли, застрял? Не помню. Нельзя! А, не, нормально, тю. Нет. Гля, а шо там? У тебя кровь, чи шо где-то идет? Бля, десну разодрал, бедный. Все, на сегодня, короче, хватит, родной. Я завтра переделал, что ты, блядь, цепился прям пиздец, ну чё, погнали пить воду. И сейчас расскажу вам, ебать, про Левчика, что он из себя представляет, как я его взял и так дальше. Давай, пей водичку. Пей водичку. Пей водичку, вот низко, давай пей. Пей воду. Все, красопец. Значит, Лёву взял я 10 октября 2017 года. На данный момент ему 2 месяца, потому что взял его, когда ему было месяц, был вот такой вот жмых, который вмещался в ладошку. Сейчас он чумазый, потому что я его обработал от клещей, и там несколько дней нельзя мыться, ебать, да, морда? Лапу даешь? Лёва дрессированный, знает команд, сидеть! Я не понял, дядя, ты что, перепутал, чи шо? А по морде? На! Лёва, сидеть! Другое дело, лежать! Все, красопед, а то раз выпендрился тут на камеру, да, неправильно сделал. Все, гуляй. По команде гуляем, типа делает, что хочет. Хочет, лежит, хочет, ходит и так дальше. Рядом. Типа рядом, он садится рядом и идет. И когда я иду, рядом. Он догоняет и опять садится, должен рядом. И что ты стоишь, ждешь? А? Офигел. Короче, давно я не занимался уже, если честно. Команды он как выучил, я их не повторяю каждый день, хотя это желательно, но... Мне тупо впадло. Игрушки, ебать, значит, Леве хватает тупо на пару минут, да? То есть вот, гуляй. То есть он, ебать, чтоб разъебать ему, там тупо 2 минуты, блядь, любую игрушку нахуй уничтожить, просто кибеням. Все, вот так вот, ебать. Хух, блядь, не устал? Да, ах ты, ебать, блядь, чуть палец нахуй не вырвал, ты шо? Морда, блядь, да какая гигантская, ля, пузо впавшая, наварил ему каши с рыбой, нихуя не хавает, только донит воду, блядь, летом. Ах ты, блядь, гандонище, нахуй. Ай, сука, то не бейся, блядь, ты чё? Дай. Гля, какой, блядь, офигел ты шо, будешь это о себе рассказывать? Значит, морда, ля, какая, зубы смотрим, зубы нормальные, да? Все, ебать, шо ли вам еще рассказать? Больше, в принципе, говорит, не, значит, собака, блядь, пятно черное, ебать, есть на морде, есть. Плакал, ебать, потому что слышал песни Максим, хвост виляет, писюнчик, ебать, стоит как всегда, ноготочек, значит, на маникюр ходит, ебать, профессионально все этим занимается. Тут-то тоже, ля, коготь, ебать, какой-то, ну нахуй, тут подушка какая-то, блядь, наверное, подушка безопасности, чтобы в случае экстренного торможения сработала, и он не разбился, да? Зубы, ебать, улыбнись.
Ля, ну нормальные зубы, хороший, язык розовый. Запихуем палец в рот. Кусать не хочет, значит нормальный пес. Уши висят. Но может сделать так, чтобы торчали. Можешь? Когда удивляется, уши поднимает. Уши грязные, буду купать, все вот это вымывать ему. Значит так, мышцы, ебать, бицуха, ля какая. Что это, блядь, уже нахуй дед лазил? Какие-то репехи, блядь, баночки, глянь, нихуя. То есть, блядь, вот мое. И вот его. Ну пей, не мешай. Живой, значит, вот такой вот. Окей, что ты сыр. Главное, что нема, блядь, клещей, сука. И все заебись. Да, родной? Шо, пошли немного ебанем во что-нибудь. Вот это ебанем, блядь, сейчас. Как ты любишь. Оп. Космос, нахуй. Сейчас он быстро вымотается. Кстати, снял колесо, туда киданул. С колесом тоже нормально играет. Сейчас, если захочет, покажу. О, берем. О, ну, не хочет, походу. Все, колесо уже надоело, одно растрепенил. Вот так вот делаем. Раньше догонял, ебать. Сейчас, видите, в пасти фиолетовое преимущество, потому что нам больше нравится. Оп, подножка, к сожалению, не удалась. Все, тут вот его место обсыкания. Ля, писать какать. Да ты ж там сал, что ты теперь облизываешь? Ты об своем уме чини. Хух, ебанёсся. Короче, вот такой вот у меня пес, ебать, Левчик, да? 2,5 года амстаф, кобель. Очень мужчина, ровный пацан, ебать, живет только по понятиям. Все, говори пока всем, целуй. Все, обнял, поцеловал вас, поэтому надеюсь, что вы поняли, что у меня за порода, потому что все время, блядь, спрашивают в директе, что за порода. Это порода женщина называется. Лёва Амстаф, не путать, потому что некоторые путают, ебать, думают, что это одно и то же. Нет, вы не правы. Значит, на этом что, с вами все. Ой, с вами был Батюнчик Опасный, на этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки, я люблю, целую. Всем пока.